Да, ситуация. Как и поется в русская народная песня, нас Костя, кажется, влюбился, писали грузики им, да. Ну что ты меня грузишь, Ленчик? У тебя что-то здесь есть? Как ты можешь петь, когда твоему другу плохо? Слушай, когда твоему другу плохо, а ты поешь песню. А может быть, он любит ее, и она его, а может быть и нет, по-моему, он есть. Ты прав, прав, прав. Марсель, я вчера в интернете прочитал. Один несчастный парень от любви 17-го таза сиганул. Надо что-то делать. Да. Мы поможем. Надо что-то делать. Когда наш Костя начнет умирать от любви, умирать. Пошли. Умирать, он умирает, умирает. О, надо что-то делать. Жвачка, крутая тачка, метро почти что бесплатно. Скидка студентам, больше процента, больше, чем у президента. Москва обнимет и примет и приголубит, кинет, обманет, обубит. Где-то папы и мамы, зима, мы руки прячем в карманы. Не понимаю, яй-яй-яй, как с моим русским взяли меня везде. Не понимаю, яй-яй-яй. Москва не резиновая. Понаехали тут. Не надо загонять проблему вглубь. Да у меня все в порядке, правда, честное слово. В порядке? Да на вас же лица нет. Вот, смотрите. Ой, да вроде все нормально, лицо как лицо. Да это не лицо, а настоящий сгусток проблем. А теперь на счет три я скажу раз, два, три. И вы этому сгустку проблем покажете большой такой язык. Хорошо? Итак. Себе, что ли? Ну, не хотите себе? Покажите мне. Представьте, что это из-за меня ваша девушка вас не любит. Итак, представили? Ну, раз, два, три. Извините, я не хотел. Да вы что, издеваетесь, что ли? Ну вы что, не можете нормальную рожу, что ли, состроить? Нет, я могу. Сидит весь зажат. Я вам сейчас покажу, как надо рожи строить. Да, хотите? Да, покажите. Не знает он. Давайте. Сейчас я вам покажу. Давайте. Итак, раз, два, три. Алочка, что? Ой, извини. Обедать пойдешь? Вот вы знаете, вот спасибо огромное. Спасибо. Вы знаете, вы мне очень помогли. Правда? Вот, да, честное слово, очень, еще как. На самом деле. О, господи. Вот отлично. Честно. Я зайду еще. Пойдем покушаем, Галочка. Пойдем. Пойдем. Угу. Осторожно. Доброе утро, амигос. Антонина Сеевна, вам тоже не хворать. Ты что ты с этой старухой расшаркиваешься? Ой, и ты, Виолочка, здравствуй. Давненько я тебя не видела. Как Кольку с рок-группой отчислили, так ты и не появлялась. Что за Колька? А вам что, завидно, да? Ой, дура ты, Горохова. Как была дурой, так дурой и осталась. Умная. Антонина Сеевна, нельзя так. Жень, постой. Чего еще? Постой. Письмо тебе от матери. Вот, держи. Спасибо. Я побежал. Беги. Алло? А, Ангелина Евгеньевна, здравствуйте. Добрый день. Нет, я всегда рад поговорить с таким очаровательным созданием. Только не говорите мне,
что вам, как и всем остальным, нужны от меня только деньги. Да, конечно, я помню, что истекает срок кредита, но вы поймите меня правильно, сразу, как только, ну, когда, ну, день, два, спасибо, да, ну, до свидания, Ангелина Евгеньевна. А, все-таки намылился в Звезду Востока? Mm-hmm. Там братья Дианы. В нее. Рубашка наизнанку, битым будешь. Ну, ты псих, брат. Ты ищешь проблемы, а меня они сами находят. В каком смысле? Что же делать, чернокожий пацан несчастный? Такая реальная подстава случается нечасто. Но если преподный зачет поставит, и документ попросят, и никто не спросит, что я сделал для хип-хопа свои годы. Уроды. А Марс успехи в рэпе делает. А Лукин не хочет зачет ставить нашему чернокожему брату. А он расист? Не расист, просто раздолбаев не любит. Mm-hmm. Я не раздолбаев. Просто в этом году я ни разу не попал в больницу. Ладно, ребят, надеюсь, что после Звезды Востока я тоже в нее не попаду. Знаешь, он прогулял все семинары, проходившие в больнице. Удачи тебе и не пуха. Mm-hmm. К черту. А ты, Марс? Пойдешь к Лукину и договоришься. О чем? О других вариантах сдачи зачета. Собирайся. Ту-ту, на родину. Елочка, что ты будешь? Что-нибудь вкусненькое. Такое же вкусненькое, как ты. Например? Возьмите, пожалуйста. Ну, не знаю. Спасибо. Знаешь, я, наверное, кекс буду. Кекс? Ну, ладно. Девушка. Ты знаешь, нет, стой, я передумала. Я же от него вот такая стану. В нем знаешь сколько? 250 калорий. Или килокалорий. А чем они отличались, я даже никогда не знала. Ты знаешь? Ёл, ты скажи, что ты будешь, решила? Ну, я кекс, наверное, буду. Ладно, прощай, обед и ужин. Принеси мне тогда два кекса. Углеводы утром можно? Женечка, и такой маленький кусочек лимона. Хорошо. Привет. Девушка, нам, пожалуйста, привет, мне, пожалуйста, два кекса, два кофе и один маленький кусочек лимона. Привет. Что? Привет. Ты чего убитый такой? Устал. Устал я. Слушай, скажи, а ты в куклу давно играешь? Я? Да, ты. Ты что, ку-ку? А тогда объясни мне, что за пластиковое, пластмассовое это чудо в парике? Кукла делала у нас в комнате. Она мне чуть девушку не спугнула. Жень, прости, это мое чудо. Ну, знаешь, для КВН. Реквизит. Нет, тебя все-таки что-то парит. Да у меня проблемы с Виолой. Жень, ты, главное, не расстраивайся. Ну, не у всех. Все с первого раза получается. Но это со многими бывает. Жень, ну вот взять, например, меня. Ну, хотя нет. Со мной такого... Вова! Ни разу не бывало. Профессиональные проблемы. Вова! В каком смысле? Она хочет стать ведущей. Она все уши мне прожужжала об этом. Ну, это да. Ну, какая из нее ведущая? В ней же харизмы ноль. Длинные ноги – это же еще не все. Здесь нужен контакт со зрителем, обаяние. Жень, давай вернемся к нашему прежнему разговору. Слушай, может, ты меня сделаешь ведущим? Я кого хочешь очарую. Ты сначала Орлову очаруй. Так я уже. Квакуша! С вами Виолетта Горохова и передача «10 секси». Ну и где мои кексы? Соедините меня с управляющим банка.
Ангелина Евгеньевна, здравствуйте, это опять я. Ах, вы мне не верили. А я вам сегодня деньги принесу. Эй, милая, ты когда-нибудь заберешь грязную посуду с моего стола? Или тебе сегодня для этого нанимали? Значит так, принеси мне коньячку грамм 50 и кофе. Давай. Слушай, поторапливайся, клиент ждет. Ваш кофе. Ага, спасибо. Подожди, в чем дело? Почему коньяк не дали? Кофе холодный. Принеси новый. И скатерть замени. Поджигателей нашли по горячим следам. Нет, поджигателей нашли по горячим следам. Мальчики, как лучше. На музыкальном канале говорят вот так. Поджигателей нашли по горячим следам. Слушай, Виола. А вот в новостях вот так. Поджигателей нашли по горячим следам. Ну вот знаете, в новостях мне как-то не нравится. Там у ведущей помада уродская и зубы у нее кривые. А у меня будет такая помада розовенькая. Такой костюмчик в обтяжечку. Ну, тональный крем там. Ты знаешь, тональный крем – это очень интересно. Но, понимаешь, мне нужно пойти поучиться. Извини, мне тоже надо. Да подождите, ты у меня такой ответственный. Ну, может, еще посидим, а? Самая горячая новость часа. Виолетта Горохова стала телезвездой. Ну, как я вам? Не обращай внимания. К нам такие каждый день заходят. Как тут не обращать внимания? Мне кажется, он нарывается. Будет нарываться. Успокоим. Эй, милая, мне тебя долго ждать? Я холодный кофе пить не буду. Пожалуйста. Ты ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодо з ума разом свела. Ти ж мене вдалила, ти ж мене молодо з ума разом свела. Мене вдалила, ти ж мене вдалила. Привет, красавица. Чем занята? Обед готовлю. А что же не позвал Марселя? На родине я лучше всех в еде. Лучше всех ешь? Нет, лучше всех варю. Хочешь не быть грустней? Марселя позови, развеселить, приготовить еду вкусней. Ой, камон. Марсель, спасибо, но уже почти все готово. Осталось 3 минутки. А мне не найдется дел? Ради тебя я готов луну. С полки для вас достать, а кастрюлю с неба. Марсель, мне кажется, ты голодный. Хочешь, я тебя угощу? О, да. С красавицей я готов есть кукласу. Точно. Марсель! Зачем пришел? Проблемы захотел, да? Тогда по адресу. Я пришел решить проблему, но вы мне не нужны. Послушайте, Халил, давайте просто поговорим. Я не буду с тобой говорить. Убирайся отсюда, пока морда цела. Я все равно не уйду, пока вы меня не выслушаете. Ну все, Халил, человек не понимает, сейчас его учить буду. Послушайте, я хочу все объяснить. Диана не виновата в том, что... Закрой свой рот! Эй, парень, ты с кем разговариваешь? Спустили со своих аулов, обслужить как следует не мог. Ваше мнение никто не спрашивает. Ты, парень, молодой еще. Многого не понимаешь. Гнать их надо отсюда, реши. Выпил много. Иди домой, дорогой. Приходи потом. Потом поговорим. Угу. Сейчас. Приду я к вам. Жрите сами свои объедки. А ты, я смотрю, у них здесь шестерочка, да? Шестерочка. Катись отсюда. Я-то уйду. У тебя, пес. Я запомнил. Запомнил, да?
Обязательно положи сметанки и размешай. Осторожнее, осторожнее. Русские называют это кофе с молоком? Да, чтобы вампиры не несли твою тарелку, надо обязательно положить чеснока. Да нет, Марсель, не так. Но обязательно порезать. Вот, смотри. Вот, 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 все, хватит. Это, наверное, очень-очень вкусно, но очень сложно. Ты давай пробуй. Как я люблю твой супчик. Марсель. Ты откуда такой резкий-то? Из Суворовского училища. Военный, да? А сюда учиться зачем пришел? Помягче стать хочу. Я по поводу Дианы пришел поговорить. Вы с ней тоже помягче, она ведь не виновата. Эй, ты за Диану не говори. Не разговор это. По совести наказали девушку. Понимаете, она не сделала ничего специально, чтобы нас заперли. Приличные девушки в такие ситуации не попадают. Понимаете? Бывает просто стечение обстоятельств. Это... В нашем роду таких обстоятельств не бывает. А ты почему, дорогой, за нее говоришь, а? Специально так делаешь? Мою семью оскорбить хотел? Ладно, спасибо, я пойду. А за Диану не беспокойся. Это наша забота. Нормальный парень, брат. Какой кайф готовить еду с тобой. А кушать еще кайфовее. А может, попробуем еще раз? А, например, вечером, а? Насмотрелся ужастиков, сволочь. Сейчас тебе покажу. Подожди, стой, стой, сказалка. Придурки, а? Ну так что ж ты говорил? А, понимаешь, я... Сегодня хотел это тебе сказать, о, Оксан, что... Оксан, слушай, у тебя терки нет? Что ж ты с буряком-то по общаге ходишь? Себя испачкаешь, других испачкаешь. Акс... Пойдем быстрее, не, ну, пойдем вообще, покушаем. Я просто поесть захотел. Ну что, ты сдал зачет? Я работаю над этим. А, значит, опять сдрейфил. Не, чувак, Люкину не до меня, Люкин занят. Так. Сейчас идем в универ вместе. Не, чувак, я сам. Хорошо, сам, но только со мной. Галина Григорьевна, вы напряжены. Вам нужно расслабиться. Вы хотите об этом поговорить? Галина Григорьевна, мне нужна ваша помощь. Да, Женечка, вы сядьте, сядьте, сядьте. Ну что такое, почему такая спешка? Сядьте, успокойтесь. Итак, как давно вас это беспокоит? А так получилось, Галина Григорьевна, дело в том, что у меня пробы сегодня. А, и вы боитесь их не пройти, да? Нет, я не боюсь их, то есть я провожу пробы, кастинг телеведущих. Мне нужно, чтобы вы пришли, оказали психологическую поддержку там тем, кто не пройдет. Парни будут злиться, девушка будет плакать, и поэтому очень много будет людей, которые с вами захотят поговорить. Ты же прекрасный, Женя. Я тоже так считаю. Это прекрасно. Спасибо вам большое. Я, конечно же, обязательно приду. Приду. Спасибо большое. Не за что. Я жду вас. До свидания. До свидания. Ну вот, у нас все и налаживается. Все прекрасно. Хорошо. Лёнчик, я старался. А Оксана на меня не обращает реакцию. Не обращает внимания, Макс. А, внимание? А, это же Лукин, прикрой меня. Лёнчик, давай. Ладно. Да ладно, свидание, наверное. Симпатичная маечка.
этиловый спирт и рецепт от алкоголизма. Да вы, молодой человек, как истинный мудрец, знаете и причину, и следствие. Похвально, похвально. Вино для неумеющего пить яд, а для умеющего противоядие. Да, именно так я всегда и говорил. Марс, это последний раз. Он ушел. Сейчас же идешь к Лукину и без отчета не возвращайся. Не, 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 не пойду. Иди. Надежда Евгеньевна, у меня к вам очень-очень важная просьба. Леснянский, вы мне аппетит портите. Вы не могли бы подождать, нет, пока я... Нет, как не мог. Это очень срочно. Даже не могу себе представить, что может быть важнее, чем мой обед. И я не буду с вами разговаривать, пока не доем свои пирожные. Простите, Надежда Евгеньевна, но я вам все возмещу, только выслушайте меня. Леснянский, вы что, обалдели, что ли? Ну, а что делать? Ну, рассказывайте, что у вас? Я провожу кастинг телеведущих, понимаете? Но. И мне нужно, чтобы вы пришли. Обязательно пришли. Ну а что, без меня никак нельзя справиться? Да мне очень важно, чтобы именно вы пришли. Потому что если бы не вы, меня вообще на телевидении не было. Так, хорошо, что дальше? Вот. Понимаете, если вы придете, только вы можете оценить по достоинству претенденток. Претендентов. Ну, если так, то я приду. Надежда Евгеньевна, вы не представляете, как вы мне помогли. Я все. Леснянский, и не забудьте, пожалуйста, что после этих ваших проб на моем столе должна стоять коробка с пирожными. Иначе о карьере телеведущего можете забыть. Все будет, все будет. Будет, все будет. Я ему говорю покупать, он говорит, мне не надо. Я говорю, как не надо. Сегодня не надо, завтра будет надо. Другу подаришь, невесте подаришь. Маме пошлёшь. Чего? Какой Лукин? Я ему говорю ящик покупать. Вся семья рада будет только. Бабушка Мбене, наверное, сегодня прокляла своего внука. Что? Хоть бы он меня не видел, не заметил. О! О чем ты говорит? О! А вот и мой блудный студент. А я все ждал вас в лаборатории, доктор Бенни. Ну, что будем делать с вашим зачетом? Ведь вы собираетесь получить зачет. Я-то собираюсь, очень собираюсь. Да, я вижу в вас неподдельное стремление к знаниям. Что ж, тогда жду вас через час в лаборатории. Сначала занятие, потом зачет, как говорят в таких случаях. Думаю, решим все проблемы, а? Выкидывал я мусор, отходила, а там стоял мужик. Очень испугался. А у Беллы Рудольфовны из 54-й квартиры сломался телевизор. Пустила я ее к себе сериал смотреть, а этих сериалов оказывается столько, что она теперь с утра до ночи заседает перед моим телевизором. Приятная она женщина, но спасу от нее нет. Да, спасу от нее нет, это точно. А клубничка у нас уже давно поспела, так что приезжай, Женечка, ждем. О, что я вижу, доктор Мбене наконец-то почтил нас своим присутствием. Надевайте халат, доктор, как говорят в таких случаях. Сегодня предметом нашего изучения будет кровь и кровеносная система. Кровь – это основа жизни. Кровь во всех стихах всех эпох и народов была волнующей рифмой к слову «любовь». Ё-моё! Осторожно, профессор! Не подскользнитесь! Ух, блин!
Ничего, ничего. Аккуратней. Сейчас я давайте вам поднимусь и продолжим занятие. Доктор Мбене, куда же вы? Как же вы будете сдавать сессию? А вот и я. Пробуем готово. Привет. Проходи. Слушай, а что ты так жестко? Чтоб целлюлит, что ли, не было? Не знаю. Сиди как есть. С вами Виолетта Горохова. А, еще не начали. Пупсик, а когда начнем? Тут так жестко. Можно я лучше стоя? Конечно, можно. Конечно. Поехали. Давай. Hi, babe. What's up? Привет, Марсель. А ты чего такой замученный? А все потому, что я шел к тебе с конца другого света. Ты не хочешь со мной в кино? Марсель, ты меня в кино приглашаешь? Да, на лучший сеанс. Но я не знаю. Отлично! Когда зайти за тобой? Доктор Мбене, куда же вы убежали, как говорят в таких случаях? Если вы хотите получить у меня зачет, вам необходимо присутствовать на занятиях. Марсель, что с тобой, Марсель? Александр Николаевич, ну сделайте что-нибудь, вы же врач. Александр Николаевич. Все будет хорошо. Девушка, я не хочу об этом говорить. Ребята. Нет, нет, у нас все в порядке. Молодой человек, извините, пожалуйста. Ой, я пойду лучше, мне не нужно. Я хотела спросить, как пройти на телестудию? Не подскажете? А, на телестудию? Это прямо по коридору, а потом поверните налево. А, спасибо. Я вижу, вы в стрессовом состоянии. Я обязательно вами займусь. Да, просто нет. Я сейчас спешу, я позже обязательно вами займусь. Спасибо большое. С вами была Горохова Виолетта. Вы все такие суперские, самые классные, самые любимые мои зрители. Вернее, телезрители. Все уже. А можно я еще привет передам? А я передаю привет мамочке, Светке Бобылевой, Аленке Ивановой и Лиске. А, вернее, Лиске не хочу. А, я всех вас люблю. И еще хочу пожелать хорошо сдать сессию. Совет девчонкам. Короткие юбки, яркий макияж и пятерка у вас в кармане. Или декольте. О, Надежда Евгеньевна, здрасте. А я вот тут это пробуюсь, вот. Знаете, Виола, я боюсь, вы не сможете совмещать работу старосты с работой телеведущей. Опа. Почему? Ну, давайте найдем другую старосту. Я знаю, Юляшка Кудрявцева не против. Никаких Юляшек. Мы не можем потерять такую старосту, как вы, Виола. Если собирать деньги на проездные, эта Барби еще способна, то читать университетские новости только через мой труп. Все, сворачивайте ваши пробы, ведущим будет Квакуша. Как Квакуша? А как же я? Виола! Виолетта! Значит, Квакуша, да? Квакуша-то Квакуша. Виолочка, что случилось? Что случилось? Я хотела на телевидении, а не Квакушу. А я не хочу быть старостой. Женя же обещал. Тихо-тихо, не стоит так расстраиваться, Виолочка. Мы сейчас обо всем с вами поговорим. Да, моя дорогая? Ну, тихо-тихо-тихо. Все будет хорошо. Пойдемте, все будет хорошо. Деточка, ну у вас же стресс. Ну зачем же вы себя так изводите? Нельзя-то. Пойдемте, все будет хорошо. Марсель, привет. Ну что, все улажено? Я ведущий? Как ни странно, таки да.
правда, что сделать с Фиолой, я не знаю. Ну, а что тут сделать? Ну, ты же не можешь повлиять на решение деканата. Вот только объясни ей это, а то она же не поймет. А если это не сработает, скажи, временные меры. Ну, короче, не парься. Ладно, хватит болтать. Будем работать. А то. Алло, пап. Привет. Привет передавай. Тебе привет. У меня все супер, да. Я тут устроился телеведущим, теперь стал уважаемым человеком, да? Да. Да. Пап, ну ты что, ну какая агапка, пап? Пап, ну у меня тут карьера, дела. Сегодня? Ну, пап, ну... Ладно. Понял. Пока. Чё? Чё-чё? Не везет тебе с ведущим. Сваливаю я в Агаповку сегодня. Семейный бизнес. Батя за обучение откажется платить, если не приеду. Виолочка, детка, ну если вы не раскрепоститесь, вы поймите, вы не сможете пройти кастинг. Вам нужно раскрепоститься. Виолочка, понимаете? Итак, Виола, мы успокаиваемся и раскрепощаемся. Раскрепощаемся. Раскрепощаемся, Виола, молодец. Раскрепощаемся. Раскрепощаемся. Что не идешь в общагу? Спать здесь будешь, что ли? Да. Слышь, ты мне должен денег, ты помнишь об этом? Нет. Мудрый Омар видит, у Марселя беда. Судьба не улыбнулась Марселю, нет зачета. Тема такая, прикинь, чувак Омар. Один проблемы, куда ни плюнь, сплошные теоремы. Моя девчонка знать меня не хочет, говорит, страшно со мной ночью. Все потому, что черный очень, а еще Лукин. Зачет не ставит ни в какую. Бедному чернокожему браза всеми брошен на произвол судьбы. Ну как? Честно? Это не продаж. Марсель, ну, don't worry. Все будет окей, это я тебе гарантирую. Вот сейчас мы пойдем в магазин, да? А я тебе там дело хорошее. Товар переберем, перепишем. Все, Аллах тебе вознаградит, yes? О, вот и мой впечатлительный доктор. Ну, Милеевич, вы хотите получить зачет? Еще бы. Вот и прекрасно. Тогда у меня к вам деловое предложение, как говорят в таких случаях. Да, деловых предложений я мастер. Мне, знаете ли, очень нужно к утру допечатать одну статью. Но у меня совершенно нет времени. Ну так вот, вы поможете мне, а я помогу вам. Зачет-то. Да, без проблем. Ну, тогда пойдемте в лабораторию. А в лабораторию? Я вам дам текст, и пока вы его печатаете, наверняка чему-нибудь научитесь. Так что все по-честному. Надежда Евгеньевна! Надежда Евгеньевна, мне нужно с вами срочно поговорить. Что за день такой? Всем нужно срочно со мной поговорить. Что за срочно? Надежда Евгеньевна, вы знаете, я боюсь, что мне на время придется прервать учебный процесс. Это очень важно. Меня папа вызывает в Агаповку на переговоры с Австралией. Переговоры Агаповки с Австралией. Очень достоверно.
А что вы там будете делать? Надежда Евгеньевна, вы что, не верите? Да у моего папы такие бизнес-схемы в голове. Он с Антарктидой может телемосты устраивать. Вы знаете, но он уговаривать не умеет. А у меня специальность какая? Международные отношения. Вот я и буду, так сказать, переговоры вести с Австралией. Хорошо. А чем же вы в случае успеха будете заниматься? Как чем? Страусов разводить. Вы знаете, Надежда Евгеньевна, вот в Подмосковье уже есть одна ферма по разведению страусов, а в Агаповке мы несколько построим. Вы знаете, какое это перспективное дело? А ваш папа сам не справится? Да сам-то он, может быть, и справится, но со страусами справится, а с австралийцами не уверен. Отпустите. Я, конечно, очень уважаю дело вашего папы, но как же сессия? Ну, Надежда Евгеньевна, так я же всего на недельку отпрашиваюсь. Хорошо, я вас отпущу. Но с одним условием. Я весь внимание. Так, если вы напишите мне курсовую, а как вы с папой австралийцев разводили. Да нет проблем, Надежда Евгеньевна. Дерзайте. Надежда Евгеньевна, а как вам вот такая тема? Австралийский страус и его роль в международных отношениях. Замечательно. Как твой важный разговор? С переменным успехом. Знаешь, сначала побить хотели, а потом сменили гнев на милость. Так, значит, все хорошо? Да не совсем. Ты знаешь, мне-то они поверили, а вот теперь во всем Диану винят. Слушай, а если они ее к отцу отправят и заставят университет бросить? Посмотрим, время все лечит. Бе-бе-бе-бе, чтоб тебе скрутило. А, нашел. Чувак, а чё за буков? Буков С. Спасибо, брат. Эй, Личин, где найти буков С на клаве, а? Вторая, в верхнем ряду. Тут только циферки, чувак. Не за циферик. А, нашёл. Бацилла, бацилла. Слушай, бацилла. Ты можешь про себя читать? Я про себя не могу. Про бацилла могу. Чтоб тебя слон растоптала. Сама ты бацилла. Слезай с комбо, я сам все тебе наберу. Вел, слушай, прости, что так получилось. С пробами. Просто мне кажется, Орлова, она не поняла, какая ты... Какая ты талантливая. Да я и не переживаю. Серьезно? Слушай, а может быть, она просто тебе завидует? И потом, Квакуша, он будет ведущим недолго, и... А потом я с этой Орловой разберусь. Не надо, я сама была во всем виновата. Вела себя, как дурочка закомплексованная. Дурочка закомплексованная? Ну да, мне это Дворина объяснила. Но теперь я знаю, как мне нужно себя вести. Я же раскрепостилась. Я хочу попробоваться еще раз. Ты серьезно это говоришь? Да, и прямо сейчас. Куда? Да. Так что покидаю я общагу. Скучать, конечно, буду, но... Дела? Какие такие дела у тебя? Ну как какие? Какие? В Австралию еду. По батиным делам.
У него же бизнес развивается. Он теперь еще страусов будет разводить. Что ты говоришь? Да, да, представляешь? А ведь это же очень выгодное дело, потому что шерсть, страусиное молоко – эксклюзивный товар. Дорогой. Ну уж, конечно, не дешевый, а главное, редкий. Вот ты представляешь, там, в Австралии, заказ на него за полгода делают. Например, перед Новым годом заказывают пол-литра страусиного молока. И потом под елочкой всей семьей его сидят, цедят. И лучшего подарка им не надо. Квакуш, а? По сессии ты как разобрался? Да как? Элементарно. Ну, если мировой бестселлер про приключения русского парня в Австралии не напишу, то курсовую про страусов точно. Вот, а вы учитесь, учитесь. На мой счет запиши. Окей, как в прошлый раз, да? Да, да, да. Ой. Еды бы какой-нибудь, конечно, в дорожку. А чего? Пожалуйста, конечно. Тебе много теперь нужно, да, еды. Вот да. Дорогу, все дорога, дальняя, окей, хорошо. Да. Сейчас мы вот тебе это самое вот-вот. Отлично, отлично. Сгущенка. А корм-то мне кошачий зачем? Как зачем тебе корм? Ты же едешь куда? Ты едешь в кенгуру. Там кенгуру живет, правильно? Значит, ты их будешь кормить. Откуда ты знаешь, что кенгуру любят кошачий корм? Все любят кошачий корм. Кенгуру тем более. Им же кушать надо. Тебе вот ты кушаешь, кушаешь. И он будет кушать. Бери. Омар, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Жалко расставаться. Но дела. Слушай, а ты возьми, знаешь, ты меня сфотографируй, и ты будешь помнить обо мне. Вот купи фотоаппарат, он совсем недорогой. Купишь? Спасибо, пока. Давай, давай. Так что абитуриентов, заполняющих экзаменационные листы, с каждым годом становится все больше. Короче, наш вуз МУ – самый крутой вуз в мире. Поступайте к нам в МУ. И тогда мы увидимся с вами завтра, а может быть сегодня, но чуть позже. И послезавтра, и послезавтра. А сейчас я попробую убедить моего Женечку, что он встречается с самой настоящей телезвездой. Жвачка.